В одном будет отделение лучевой диагностики, где будут работать по два кабинета компьютерной томографии и МРТ, три рентгенодиагностических и кабинет маммографии. Второй корпус – восьмиэтажное здание ожогового центра с приемным покоем, отделениями реанимации, интенсивной терапии и операционным блоком. Делает центром не только краевым, это делает центром для лечения больных из Крыма, лечения больных из окружающих областей и регионов. Если эта больница будет построена при помощи правительства нашего края, Вениамина Ивановича, Анны Алексеевны Меньковой, правительства России, то это превратится в центр федеральный. Возможность построить вторую очередь больницы появилась после обращения Вениамина Кондратьева в федеральный центр. В начале декабря глава края выступил с просьбой включить клинику в федеральную программу развития здравоохранения. И правительство эту инициативу одобрило. Когда стройка будет завершена, первая краевая клиническая больница станет ведущим центром на юге России, уверен главный врач Владимир Парханов.